Андрей Юматов, старший вице-президент банка «Российский капитал», приехал в Иваново, чтобы встретиться с дольщиками. Во вторник на совещании в Минстрой решалась судьба недостроенных домов. На завершение работ нашему региону нужно порядка 2,5 миллиарда рублей. Первые деньги будут выделены уже в декабре. До конца года дольщики смогут увидеть графики по каждому конкретному объекту. Представитель банка настаивает, разработанная схема финансирования ориентирована не на оздоровление компании ДСК, а именно на достройку 13 домов. К концу 2017 года и без того затянувшийся процесс должен быть закончен. В первую очередь планируют завершить многоэтажки с высокой степенью готовности. Мы как раз и делим весь наш график работ на две стадии. Первый – легкие какие-то вещи, которые можно быстро завершить, чтобы не тянуть как бы людей, да, чтобы можно было бы сразу это отдать. И в процессе вот этих вот быстрых решений проработка всей технологии, чтобы можно было дальше комбинат загрузить полноценно, ну и вот уже, исходя из его мощности, дальше осуществлять достройку. Чтобы запустить завод, необходима поставка материалов. Значит, поставка материалов, она занимает определенный срок. Поэтому, если деньги идут в конце декабря, мы дальше уходим в праздники, 8 дней идет вагон цемента с Мордовой, соответственно, через 8 дней только цемент появится на заводе. Реальный завод должен заработать где-то число 15-20 января с учетом поставки материалов.